12 травня у Новомосковському відбулося відкриття скверу гідності з вернісажем «Гордість міста», де містяться світлини кращих представників різних професій. Про це повідомила Новомосковська міська рада. Ну і як зазначив міський голова, наші містяни, фотографії яких ви бачите сьогодні, це наша гордість, обличчя міста. Ці люди заслуговують, щоб кожного дня їх бачили мешканці, гості міста чи просто перехожі, рівнялися на них і брали з них приклад. Так, разом із дошкою було відкрито декоративну художню лаву, яка символізує плинність часу, необхідність цінувати кожен день. Один із героїв цієї дошки вже у нашій студії – це спортсмен Дмитро Даниленко, кращий спринтер України 2019, член збірної України з веслування на байдарках та каної, вихованець Новомосковської школи з веслування на байдарках і каної. І він прийшов не один. Доброго ранку, Дмитро. А ще із групою підтримки, також спортсменом Сергій Пінчук у нашій студії, кандидатом майстра спорту з волейболу. Доброго ранку. Добре. Ну, анонсували, що відкрили Новомосковську такий монумент новий, і що одним із героїв стали ви, Дмитро, і там є ваша світлина. Яке ваше ставлення до цього? Чи очікували побачити себе? На самом деле, даже не знал, что будет открываться такая доска. Вот, и когда мне позвонили и рассказали, что я буду присутствовать, там, что моя фотография будет висеть на этой доске, я очень сильно удивился. Ну, не поверил, думаю. Неужели мои... Розыгрыш. Да, розыгрыш, потому что, да, я имею какие-то регалии, заслуги, но чтобы висеть на доске почета, то для меня это было как-то уже очень сильно. Но очень приятно, что наш мэр города, что наши власти там удостоили меня такой маленькой чести. Порадовали вас. Як же відреагували ваші родичі, до речі, спитаємо у групи підтримки, у Сергія, яка була реакція Сергія у вас? Я був очень удивлен, что мой близкий товарищ еще с школьных годов попал на доску почета, что это гордость города, что он является мастером спорта международного класса, что у него уже такой высокий уровень, несмотря на то, что он в юном возрасте. Я очень горжусь, что у меня есть такой близкий товарищ и друг. Мы с первого класса с ним вместе общаемся. Я пошел по волейболу, он пошел по байдарке и каноэ. Чуть-чуть развела нас. Судьба. Но, тем не менее, мы очень хорошо продолжаем общаться и на сегодняшний день. Ну, я очень рад, что у меня есть такой товарищ, которым я горжусь. Спасибо. И им гордится весь город. И не только город, а и область. И у него очень большое будущее. То, что перенесли Олимпиаду, он еще там себя покажет. Ну, а ты что, вы ось, дружите уже с первого класса, але пішли на різні види спорту обрали. Чому так? Ну, мы общались. Дима выбрал направление в байдарку и каноэ, он был более спортивный. Я был высокий и худой, то есть моя перспектива была в более игровые виды спорта. Почему не баскетбол, а именно волейбол? Ну, у моих родителей была тренер еще с ранних годов. Меня отдали именно на волейбол. Я попробовал, мне понравилось, меня сразу забрали в спортивную школу, так как я был высокий и перспективный. Ну, я, грубо говоря, с нуля. Не, выбор был, выбор есть всегда. Ну, и так получилось. Дмитро, как еще до вас? Еще 12 лет я общался со старшим своим товарищем, и он рассказывал, что когда-то он был на гребле еще в Советском Союзе, то они там зарабатывали деньги на этом спорте. А мне 12 лет, никаким спортом я не занимаюсь, думаю, пойду тоже попробую зарабатывать деньги. Ну и пошел. А потом цель стала не деньги, цель стала выигрывать медаль. Я 2 года занимался греблей уже. Первый мой чемпионат Украины, туда поехал, никого не знаю, ничего там. Занимался просто потому, что, чтобы дома не сидеть, и тренер меня заставлял. Вот этот тренер у меня очень уважаемый человек заставлял меня. Я не понимал, для чего. Я становлюсь на старт и выиграю чемпионат Украины. На меня одевают золотую медаль. Тогда я понимаю, вот моя цель в жизни. Быть первым, быть золотом. Вот. И так меня все дальше, дальше, дальше тянуло, тянуло. Ну, как зависимость. Зависимость уже от этого вот. Всего. It's my life. Супер, це такий приклад для наслідування, друзі. І взимку, до речі, українська збірна їздила до Італії, встигла з'їздити до Італії на тренування. Розкажіть, як проходили тренування, які цілі ставили перед вами тренери? Ми були на острові Сардинія, полетіли туди ще в январі. Наша ціль була – це підготовка на кваліфікацію Олімпійських ігор. У нас уже была одна квалификация, я ее немножко не прошел, у меня не получилось взять олимпийскую лицензию, но были еще 2 шанса, доборы. Вот. Это что касается меня. Остальная сборная готовилась, у кого уже есть лицензия, готовилась нецеленаправленно на лицензию. Вот. Наша цель была подготовиться январь, февраль, март, набрать форму, чтобы уже к маю выступить на квалификационном чемпионате Европы и завоевать там лицензию. Короче, вся наша цель это была лицензия.
І туди ми ціленаправленно йшли. Як проходили тренування в Італії? Чому саме в Італії? Чи можна тренуватися тут? Ви ж тут в Дніпрі теж тренуєтеся? Так. Вот, погодні умови. Январ, февраль, март ще холодно здесь тренуватися, тобто в Україні. Наш тренер Чебан Юрій, двукратний олімпійський чемпіон, об'їздив багато стран, искал места, где лучше будет его сборной. Условия искал и нашел идеальные условия для нас. Мы были одни, мы были, считайте, в горах. Нас поселили в очень классный отель. Простенький все, но отношение к нам было на высшем уровне. Питание, жилье, нам все позволяло тренироваться. Был зал, был бассейн, были велосипеды. То есть у нас было все максимально для того, чтобы у нас был результат, а именно лицензия. Ну, а тренування зранку до вечора, чи як там, цей жорсткий режим, це ж не відпочинок. Ні. Як дехто може подумати, о, в Італію поїхала збірна, там на пляжі лежать. Ні, в якому випадку, ні. Ну, а з пляжу там навіть не було, якщо на то пішло. Могу вкратце розказати, як проходив мій день. То от перед тренуванням садишся на велосипед, їдеш на тренування. Після тренування, ну, на воді тренуєшся, береш опять велосипед, їдеш по горам домой. Ложишся спати, кушаєш. Опять едешь на тренировку на воду, после воды едешь в зал, после зала идешь кушать и ложишься спать. Так что там никакого пляжа даже и речь не может идти. Чи зараз на карантині ви продовжуєте тренуватися і в якому режимі? Все осталось по-прежнему, по две тренировки в день, никто не сбивал этот, то есть режим, он немножко просто менее серьезный, так как Олимпиаду отменили. Соревнования перенесли, и нет смысла рвать сильно жилы, но так как форму нужно поддерживать всегда, ведь потерять легко, а вот возобновить все будет очень сложно. Поэтому также есть зал, есть вода, все присутствует, готовимся. Чи є взагалі у спортсмена таке поняття, як відпочинок, канікули якісь? Чи ви постійно повинні тримати себе у формі, в тонусі, щоб не втрачати форму? Каникулы. Что это? Коли це було? У нас начинается тренировочный цикл годовой. Он начинается с конца октября, с начала ноября и заканчивается в сентябре. То есть у нас есть, можно сказать, каникулы. Это сентябрь, пол октября, может быть, весь октябрь. То есть в целом 2 месяца у нас отдыха. И пошел опять круговорот этих всех событий. 3 недели на сборе, 5 дней, неделю дома. Это надо считать и отдых. Ну как? Мы все равно должны поддерживать форму. В любом случае, всегда, всегда, всегда. Тобто ранкова руханка є таке. Совершенно верно, да. Що робити зранку, до речі? Поділіться з нашими телеглядачами, що робити зранку. Утром лично я йду на пробежку, 5 кілометрів бігаю, вот, і захожу в зал. І в залі вже там, на фізичну силу працюю. Вот. А вечером йду на воду. Це вот, що касається зараз цикла. А в основном, когда у нас тренировки жесткие идут, подготовка к каким-то соревнованиям, то идет утром вода-зал поспать, вечером опять вода-зал. 4 тренировки в день, грубо говоря. Угу. Які найближчі цілі для себе ставити? Я так розумію, що олімпійське золото поки відсунулося. Да, ну, немножко на годик отсрочило, поки його ще здесь нету. На следующем году, я думаю, я вас посещу. Тобто все-таки на Олимпиаду? Да, конечно. Высшая ступень пьедестала только интересует. Расскажите про те медали, которые мы сейчас видим. Что это? Звідки привезли? Начиная с 2017 года я начал вот, зарабатывать каждый год по одной медальке. Вот, это медаль чемпионата Европы в 2017 году. Тогда я в байдарке-одиночке выиграл 500 метров. Это первая неожиданная вообще самая медаль. Я поехал на чемпионат Европы, думал, ну, в общем, я знал, что я выиграю. Осталось только это доказать. Вот, результат. Вот. Потом у меня был следующий год, 2018. Я там завоевал бронзу на чемпионате Европы. Это уже я перешел в старшую вековую группу до 23 лет. Там я завоевал бронзу в байдарке четверки. И через месяц мы с пацанами едем на чемпионат мира. И там берем бронзу на чемпионате мира. Ну, вот. Это уже прям такие... Это уже, да, именно за это звание, бронзовый призер чемпионата мира, я получил звание мастера спорта международного класса. Вот, это дало мне тоже так толчок. А плюс. Угу.
Вот. И в прошлом году я также был присутствовал на чемпионате Европы и взял бронзовую медаль на вот этом чемпионате Европы байдарка-одиночка 200 метров. Вот. Могла там быть еще и золотая, но нам 450 метров ехали первые, и не сложилось. А все попереду, все ще попереду. Да, да, не расстраиваемся. Як ви вважаєте, до речі, що допомогло вам здобути ці медалі? Чи настрій перед виступом, чи це праця, тренування? Що допомогло? Представлення кінечної цілі. Вона завжди допомагає. Коли тяжело, представ, що якщо ти здасться, ти не отримаєш того, о чому зараз вот, ти мечтаєш. І воно тебе заставляє двигатися. Ну, сили з'являються, вот, а то ізвні, откуда-то вони з'являються, заставляють тебе двигатися. Вот. Чи є час, залишається час на певне хобі, на якесь улюблене заняття? Звісно, я не тільки греблею займаюся, я помимо греблі займаюся ще боксом. Посещаю секції боксу, там, учу англійський, читаю, так би, у мене на це є час. А ще якісь там, футбол з ребятами граємо, тобто, вот так вот. Не тільки греблі. Одним ділом себе ограничувати не можна і... Как ни прискорбно это было осознавать, но на спорте жизнь не заканчивается. То есть мы должны быть развиты всесторонне. Так как наш спорт подразумевает всестороннюю развитость, так и личная, духовная, физическая. Угу. Еще вы порекомендовали нашим глядачам, что варто робити, какие якості в себе развивать, чтобы достигать вот таких высоких результатов, как и вы? Наверное... Так как я уже говорил, представление конечной цели – это для меня жизненная кредо. Вот. И всегда должен быть план, план действий. Вот есть цель вот, достигать, вот у меня, допустим, достигнуть олимпийской медали. Есть план, как его достигнуть, что ты должен для этого сделать. Просто берешь в зачерку, зачеркуешь пункты выполнения, и все, потом ты в конце смотришь, галочка везде стоит, тебе осталось только вот. Вийти це, показати і зробити. Так у тебе все вже виконано. Але якщо щось не вдається, ну буває таке, якщо щось, то як оце, знаєте, не впасти і лежати, а впасти і піднятися, і піти? Просто бачити ціль. Так. Да. Ну, бувають в житті огорчення. Наша життя теж, як, я вважаю, так же, як і в спорті, так і в личній житті, то це зебра. Чорна-біла полоса, чорна-біла полоса. Вона ніколи не зупиняється. Ну, в будь-якому випадку ти маєш зробити так, щоб тобі було добре. Тобі плохо зробити так, щоб було добре. Ну, ніколи не падати духом. Тому що в будь-якому випадку, звісно, цілі ти не достигнеш, упав духом. Ну, це так. Ну, ще одне запитання, таке більш оптимістичне. Як зберегти дружбу на такий довгий срок? Як ви думаєте, в чому секрет дружби такої вірної, класної, з першого класу ви разом, хлопці? І в чому ваш секрет? Секрет не такий вже складний. Смотрите, є люди, яких об'єднує єдине ціле. У Дмитрія об'єднує ця ціль – спорт, досягнення определенних цілей в байдарці і каное. У мене в моєму віці було в волейболі, да? Ну, в определенный момент я закончился спортом, пошел больше в учебу, начал развиваться, начал путешествовать и поставил для себя цель то, чего хочу я уже более досконально. Потому что спорт – дело такое, тем более у нас в Украине, финансирования особого нет. В волейболе так точно. И зарплата, на которую ты рассчитываешь, на которую ты сможешь в будущем обеспечить свою семью, обеспечить своих родных и близких, ну, рассчитывать особо не стоит. По этому поводу... Я вам много не скажу. Ну, я, але ж є підтримка, є така... Да, конечно, є поддержка, є внутрішні сили на те, щоб двигатися далі. Це то, чого ти хочеш. То, ким ти хочеш себе бачити в будущем. І то, чого ти хочеш для своєї будущої сім'ї, для сім'ї, яка тебе воспитала і дала дуже такий впевнений старт. А насчет дружби вам скажу одно. У вас повинні бути общі цілі, общі інтереси. И вы, несмотря на тот период, сколько вы не общались, вы должны вот так прийти, сесть и за чашечкой кофе, чая пообщаться о жизни. Но это самое главное. Несмотря на то, что сколько вы не общались, чего бы у вас в жизни не было, вы вот так приходите, садитесь и разговариваете. Это самое ценное. Открытое взаимопонимание и общие цели в каких-либо делах. Это мое мнение. А я скажу кратко. Надо быть просто уверенным в человеке, вот и все. Просто знать, что это твоя людина на 100%. Просто вот.
Да, ты уверен, все. Что ты позвонишь этому человеку, неважно, какая ситуация. Ну, вот. Рано утром, поздно ночью. Так, скажешь, братан, приезжай. И он приедет. Он тебе поможет да. в такой ситуации. Ну, все этого достаточно. Даже если он далеко. Неважно, какая це ситуация. Це дійсно такий дуже класний приклад і дружби, і мотивації. Дуже дякуємо, хлопці, що сьогодні прийшли до нас, завітали, поділилися своїми ідеями, мотиваціями, планами. Я маю надію, що наші глядачі теж щось собі намотали на носа, на вуса. Кого ще є. І вже, так, і вже планують собі найближчий свій рік, найбільші свої плани та цілі. Дуже дякуємо. Вам спасибо большое, що пригласили. З нами були у нашій студії Дмитро Даниленко, це кращий спринтер України 2019, член збірної України з веслування на байдарках та каної, та Сергій Пінчук, спортсмен, кандидат у майстри спорту з волейболу.